Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если ждешь каникулы! Ой, девочки, слушайте, так хорошо посидели! Надо бы почаще так встречаться, да? Да, вообще, хороший вечерок получился, мне понравилось! Ну давайте еще, может, пару часиков посидим, а, Алина, что скажешь? Я предлагаю расход делать, можно будет встретиться на следующих выходных, девочки, что скажете? Ну и да, я за, можно на следующих выходных. А у тебя что, планы какие-то на вечер? Ну, рано уже, поздно, надо спать идти отдыхать. Ну а там меня парень еще дома ждет. А, парень, Андрюша этот, который черный, блин, как гуталиновый. Ну да, да. Понятно, и что, сейчас к нему пойдешь тогда? Он же далеко живет! Через 3 квартала! Как ты одна пойдешь? Может, тебе такси вызвать, а? Ой, нет, девочки, не надо, спасибо! Такси это дорого! Я вот на своих 2 быстренько дойду, дошканделяю, и все будет в порядке. Не переживайте. Слушай! Алиночка, слушай! Мы будем переживать! Обязательно, когда дойдешь до своего парня Андрея! Напиши нам хоть смс-ку, чтобы мы больше не волновались с Джессикой! Хорошо, я вам в Телеграм напишу тогда. Хорошо, ладно, Алиночка. Были рады тебя видеть. Давай, Андрею привет передавай. И долго не задерживайся. Быстренько сразу домой иди, а то мало ли чего, знаешь. Район опасный. Может, маньяки какие-то? Хорошо, девочки, все, давайте. Чмоки-чмоки, целую. Чмоки-чмоки, auf Wiedersehen. Чао-чао, пока-пока. Давайте, давайте. Давай, пока. Слушай, Джессика, вот Алина крутая. Выглядит круто. Может, нам с тобой тоже в зал пойти? Да, давай сходим в зал. Ну ладно, сейчас еще по одной пицце, а завтра в зал. А точняк, давай по пицце, а потом в зал. По пицце. Ой, ну что-то мы действительно сегодня с девчонками засиделись. Давненько такого не было, давненько, да. Малость пригубили лимонадиком. Ну хорошо, мы и так с ними редко собираемся. Как говорится, раз в год и палка стреляет. Ой, через этот переулок можно будет сократить. Я быстренько найду своего парня, друга Андрея. Переночу у него и все. Тут как раз таки быстрее. Девушка. Девушка. Подожди, не бойся, подойди. Я вас боюсь. Не бойся, я заблудился. Мне нужна дорога. Подскажи, как выйти на главную площадь? А я не знаю, я не местная. Тебя как зовут? Меня зовут Кахаль. А вам это зачем? Да мне просто интересно. Ты не бойся, видишь, я улыбаюсь. Слушай. Выйдет от меня. Слушай, покажи дорогу мне, а? Я не знаю. Покажи дорогу, кому сказал! Зря. Никто не должен перечить мне. Я лучший манечинник. Так, она еще дышит. Ха-ха. Ну что ж, запихну ее в свой дом. Посажу за решетку. Я самый опасный маньяк этого мира. Из моего дома еще никто не выбирался. Так, надеюсь, меня никто не видел. Надеюсь, я не оставил следов. Ну все, забираю ее и несу в свое логово. Да ё-моё, где же Алиночка моя? Должна была уже в гости ко мне прийти. Подруги говорят, что выдвинулся уже давно. А я все нет и нет. Уже 2 часа жду, капец, это же очень долго. Она должна была дойти через 2-3 квартала. Надо позвонить, ну-ка. Сейчас попробую позвонить, дозвониться. Алло! Алина, бери трубку, пожалуйста, родная моя, ты где? Вишенка, рыбка моя не берет трубку. А сейчас ночь на улице. Все, не берет трубку, погасилась, все, недоступно. Капец, ужасно. Рыбка моя, Вишенка, что с... А вдруг какой-нибудь там бандит ее взял в заложники? Капец. Что теперь делать? Блин, надо ее искать, наверное, идти. 2 часа нет, капец, мне страшно очень. Вдруг с ней что-то произошло. Надо, короче, к Димону подняться. Надеюсь, он не спит, свои танки гоняет. Либо Бетховены свои майнит. Надо к нему обратиться за помощью, короче.
Вместе будем искать Алиночку, мою любимую. Должны найти. Сосед же в беде не бросит, правильно? Ну кто там? Димон! Димон, открывай! Ты, Андрюха, чё такое? Салам, братан, салам, сосед. Помощь твоя нужна срочно. Нет, я не помогу. Почему? Ты же мой сосед, должен помогать всегда и везде. У меня в танках премиум аккаунт, 4 часа осталось. Я там набиваю снаряды. Какие нафиг снаряды, Димон? У меня беда. У меня новый танк, надо разблокировать. Да потом разблокируешь, Димон. У меня девушка пропала. Ну и что, Андрюха? Ну как пропала, так и найдется. У меня там Абрамс горит. И Леопард догорает. Димон, на дворе ночь. Ну мне нужна помощь. Я один боюсь. И вообще так будет проще поискать ее вместе с тобой. Ой, ладно, рассказывай, что случилось? Ну, в общем, пошла моя девчонка Алинка, знаешь же, да? Ну... Пошла она с девочками в бар, походу, отдыхать. Ну и они разошлись. Ну и пошла она, походу, каким-то странным путем до меня. И пропала. Такое ощущение, будто бы какой-то бандит цепанул. Переулками, что ли, пошла, наверное? Ну, может быть, да. На улице же темно, вообще ничего не видно. Ой. Вдруг там какой-нибудь маньяк завелся. Ой, в нашем городе одной девочке ночью ходить нельзя. Так, Андрюха, иди бери, вот у меня труба тут газовая. Я сейчас биту возьму, пойдем найдем твою Алину. По-любому какие-то бандиты, шпингалеты, по-любому на нее напали какие-то. Сейчас мы отобьем твою Алиночку. Сейчас посмотрим, в каком баре она была. Да, пойдем, пойдем. Оттуда будем это, зацепки искать. Что подруги говорят? Ну, что она пошла, это одна, короче, переулками какими-то. Что, такси ей не могли вызвать? Ну, не знаю, что произошло. Может быть, она сама не захотела. Может быть. Ладно, Андрюха, давай это. На первый этаж... И поехали это. Так, мы куда приехали? Мы наверх приехали. Все, спускаемся. Все, и идем в этот, в кафе, где она последний раз была. Будем ее искать. Спасибо, Димон, за помощь. Спасибо, брат. Это то самое кафе, Андрюха, где она сидела с подружками. Да, все верно. Слушай, я даже понятия не имею, куда она могла пойти. Так, ну давай подумаем. Мы с тобой пришли самым кратчайшим путем и не встретили ее, и не было никаких следов. Значит, надо мыслить как женщина. Скорее всего, Андрюха, она пошла в ту сторону, думала, что там сократит, срезала через переулок, а по итогу пошла самым длинным и опасным путем. Слушай, звучит логично. Нифига ты умный, Димон. Да, давай проверим здесь. По-любому, Андрюха, тут пошла. Но только я хочу тебе предупредить, что это самый мутный и опасный район. Что здесь обитают самые мутные и левые типы. Я бы сюда даже, Андрюха, днем бы не стал рисковать заходить одному. Слушай, Димон, тут все заколочено. Мне это не нравится вообще. Да, и дом, видишь, каким выглядит? Черным. А, черным, да. Да, самый опасный район с самыми безумными жителями. Это ее сумочка! Это ее сумка! Это сумка Алины, капец, она здесь была, точно, ты прав был. Забирай, Андрюха, видишь, мы по верному следу идем. Смотри, а здесь вон следы ее каблуков, что ли, она сопротивлялась. Походу ее оттащили. Мужик, ты случайно не видел здесь девочку на каблуках, такую блондинку? Мужик! Андрюха, это явно он замешан в этом. Замешан в туре, это он виноват. Может, он, Андрюха... Где Алина, верни ее. Андрюха, она у него в машине. Она, походу, в машине, нифига себе. Давай, Андрюха, садись, я взломал тачку. Она сейчас есть? Мы догоним, да, давай за ним. Это он быстрее, ее, брат. Андрюха, похитил. Это маньяк, давай за ним. Ты видел, у него морда какая-то мутная была. Да, морда мутная, тормози, маничела, тормози, кому говорят. Так, Андрюха, за ним едем, за ним. Подай катку, быстрее сейчас это оторвется. Сейчас мы твою Алину, Андрюха, освободим из лап этого маньяка. Нифига себе, он ее как говно везет. Смотри, Андрюха, быстрее на таран. Сейчас мы его догоним, присягнись, братан. Я пристегнулся, он отрывается. Пошел форсаж. Вот, Андрюха, его машина, этого маньяка. А куда он приехал? Это что за место? Я не знаю, я торможу машину, Андрюх. Может, это его логово, а? Может, он твою девчонку в логово свое привез, а? Скорее всего. Ну-ка, может, он быть это, в машине еще? Давай проверим. Нет, Андрюх, там уже кровавые следы ведут внутрь, слушай. Кажется, он привез ее в свое логово. Давай найдем твою Алиночку. Давай так и сделаем. Капец, Димон, если честно, ну немножко страшно, но с тобой не так уж сильно страшно. Не бойся, Андрюха. Тут все в кровище. Что это за место, а? Слушай, похоже на больницу какую-то заброшенную. Или мне кажется? Не знаю, психушка что ли? Не знаю, может быть и психушка. Какой-то лифт, Андрюха, интересно работает. Там вон шахта огромная. Димон! Висит. Димон, он здесь! Ё-моё!
Андрюха! Слышь, где моя девчонка? Иди сюда, ты! Андрюха, бей его! Андрюха, бей его! Этого маньяка! Бей его! Он же человек обычный. Я не знаю. Ты должен его вырубить как-то, нет? Глуши его, Андрюха! Может, получится его затулить. Не знаю, андроид, может, получится, но он так больно мачете мне поранил руку, что я сейчас заплачу. Димон, можешь поплакать, ничего страшного, мужики могут плакать. Больно! Андрюха, кажется, мы здесь ничего не сделаем. Кажется, надо прятаться. Слушай, а куда он дел твою Алину? Я не знаю, куда он дел. Сюда, Андрюха! Порвались. Сюда быстрее! Заходи быстрее, Андрюха! Бежим, сейчас сныкаемся, дух переведем, план придумаем какой-нибудь. Давай вот сюда, пока открыто, закрывай там все. Он за нами бежит, блин! Ё-моё, андроид, давай вон за ящики садись! Ну-ка, надо спрятаться быстрее! Андрюха, только тихо! Не кричи! Ты видишь? Тихо! Нету его, Андрюха, нету! Слушай, походу оторвались! Кажется... Тихо! Он нас не заметил! Димон, повезло, тут темно, капец! Он нас не заметил! Давай попробуем найти твою Алину и свалить отсюда! Это его логово, этого маньяка! Я пойду, Андрюх, проверю, там он или не там! Ну, проверь, а ну, проверь, отойди! Проходи. Сейчас я проверю. Сиди там и не вылазь! Я сижу. Сейчас, Андрюха, я вылезу. Проверю. Сейчас из-за угла посмотрю. Только осторожно, брат! Так, не кипишуй. Слушай, его нету, Андрюха. Что, пусто там, да? Да, он, кажется, пошел нас дальше искать. Он потерял нас. Давай быстрее найдем Алину и свалим отсюда. Вот это какие-то, блин, лабиринты непонятные. Что за маньяк вообще такой, а? Не знаю, какой-то клоун, страшилка. Ё-моё, Алина? Алина! Алина! Девочка моя, солнышко, ты... Андрюха, ты, открывай ты... дверь! Я открывай это, Димон, я открываю! Андрюха, он... Маньяк он сзади! Алина, беги, блин! Он ее убил, Андрюха! Он ее убил! Андрюха, надо текать! Надо, там дверь закрыта, он нас запер здесь! Он ее убил! Он ее убил, Андрюха, что делать будем? Не знаю, тут закрыто, а там у тебя открыто... Ё-моё, я не знаю, Андрюха, проверяй сам! Он там стоит, он ее убил на наших глазах! Капец, ужас, кошмар, закрывает дверь, надо куда-то бежать, надо теперь... Андрюха, она мертва! Андрюха, он ее убил на наших глазах, он подошел и убил ее! Тут тупик, надо дальше искать выход отсюда! Я не знаю, Андрюха, блин, что делать будем, может сюда? Закрыто! Закрыто! Закрыто, давай дальше! А здесь что? Это мертвый мужик с дробовиком! Офигеть! Андрюха! Охранник, походу, или что? Наверное, нам бы как-то взять этот дробовик! Андрюха! А там закрыта дверь! Андрюха, он уже идет сюда! Он идет сюда, что делать, Димон, дальше давай! Андрюха, он бежит за нами, давай дальше, там открыто! Тут закрыто. Тупик. Я не знаю, что нам делать, Андрюха, он... Димон, мы в ловушке, что ли? Андрюха, он идет, мы в тупике! Андрюха, а мы делать? В тупике! Звони телефон! Он убил Алину и убьет нас! Этот маньяк убьет и нас, Андрюха, как убил Алину, я не знаю, что делать! Димон! Андрюха! А может быть это выход? Давай, лезь туда! Капец, я пролез! Лезь туда! Димон, быстрее, я быстрее! Сломал, я сломал вентиляцию! Она работала! Нормально, давай туда, туда, а Андрюха! Это шахта, я быстрее, я не можно знаю. Быстрее! Быстрее, ползу, быстрее! Димон, у, меня сейчас, у меня сейчас ноги отрубит! Андрюха, он мне сейчас будет рубить ноги! Быстрее, я не хочу умирать догоняет, в этой катакомбах, в этой я шахте! Я ползу как могу, я ползу как могу! Быстрее, тут Андрюха! Давай, ломай, ломай, ломай! Все, я выломал! Падай, падай! Андрюха, дробовик! Я сейчас возьму дробовик! Сейчас застрелим, Андрюха, негодяя! Бери, где бери, там? Быстрее, патроны что не взял? Да нормально, хватит, он же сейчас вылезет отсюда. Чё-то его нет, Димон. Где он там сейчас, он патроны? Он же, наверное, прям по пятам шёл. А, вот он, Андрюха, где уже? Он убегает! Ёма, он убегает, Андрюха, он убегает, что будем надо делать? Надо дверь выбить. Сейчас, Андрюха, блин, сейчас, подожди. Давай, битый! Ой, давай за ним в погоне. Эй, слышь ты, нечисть, Андрюха, он боится. Ну, сейчас давай за ним, быстрее за ним, браток. Сейчас я его, Андрюха, сейчас я его... Смотри, не может пройти, не может пройти, Андрюха, мы его... Эх, давай, почти. Быстрее, 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 сейчас быстрее, мы его застрелим, это за Алиночку, Андрюхину! Это за Алиночку да тебе! Мою, куда маньяк, ты больно ему, смотри, как прыгает! Больно ему, потому что... Сейчас я его, Андрюха... Так, не могу пройти, так, он в ловушке, андроид, он в ловушке, он ничего не может сделать! Андрюх! Не понял. Он пилу взял. Андрюх! Вот, стреляй по нему! Андрюх, он взял пилу! Ё-моё! Бензопила, осторожно, не у него бензопила, Андрюха, у него бензопила, Андрюха! Димон, он меня пилит! Сейчас, сейчас, Андрюха, сейчас я его, у него бензопила, сейчас я его зафигарю! Ну-ну-ну-ну, давай его! Давай, давай, гаси, гаси, гаси его! Сейчас, гашу, гашу, ну, гашу! Ну,
смотри, ну как кузнечик от твоих выстрелов. Ё-моё, Андрюха, у него пила, он какой-то супер мощный. Открыто! Давай сюда! Открыто, открыто! Проходим, отступаем. Убегаем от него, убегаем! Отступаем, Андрюха, по-тихому! Как это тупик? Как это тупик, Андрюха? Что нам делать? Обход. Давай в обход, ладно, в обход. Давай назад одна. Отход в обход. Андрюха! Почему? Что происходит? Где он? Я не вижу. Андрюха? Димон, куда он делся? Андрюха? Димон, сзади! Как он опять вышел оттуда? Что происходит? Все, Андрюха. Слышь. Димон, это капец, это что за бодичело? Мы его убили. Ты сколько в него всадил патрон-то вообще? Почти все, Андрюха. Это какой-то маньяк, не человек был. А слышишь? Какая-то метель, слушай. Метель? Ну да. О, это маньяк метель. Похож очень. Андрюха, почему он привел нас не в свой домик, а в какую-то психбольницу? Это что? Новое логово маньяка метель? Скорее всего, новая часть, типа, понял? Походу. Пойдем Алину посмотрим, может она где-то там жива, Андрюха, осталась. Думаю, жива. Не знаю, как нам дойти до этого места, где она была вообще? Да вот здесь она была, походу. Здесь? Вот здесь выход, Димон. Здесь? Димон, Алину убил. Сейчас, Андрюх, сейчас я выломаю. Алина? Димон, она мертва, походу. Он ее убил. Все. Андрюха, она мертвая. Димон, капец, блин. Хотел найти девчонку, в итоге нашел мертвую девчонку. Ладно, найдешь еще новую. Пойдем отсюда быстрее, Андрюха. Пойдем, пока это так... может метель не очнулась. Так там выход, Димон, в этой стороне. Точно. Я ее запутался. Мы вот сюда бежали, он нас здесь закрыл, эти лабиринты непонятные. А, точно, вон. Ехит, вот, погнали. Ехит. Давай хоть у него машину заберем тогда. Да, садись, а я на нашей поеду. Ну, хоть какая-то прибыль. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился. Мы с Андрюхой надеемся, что вам все понравилось. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи, блядь, успехов, хорошего настроения и пока-пока. Бай-бай, дорогие друзья.